На конкурс дети читают стихи. Сергей Есенин «Белая береза». Дима Черемиски на 6 лет. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.